Эта неделя в Лиде началась с ДТП с участием велосипедиста. В понедельник вечером на перекрестке улиц Куйбышева и Красноармейской был совершен наезд на 17-летнего юношу, двигавшегося по пешеходному переходу на двухколесном транспортном средстве. За рулем автомобиля находилась 31-летняя женщина. Потерпевший был доставлен в травматологическое отделение Лидской районной больницы. Как пояснил водитель легкового автомобиля, велосипедист подъехал по диагонали к пешеходному переходу, и в результате чего она поздно его заметила, после чего прибегнула к экстренному торможению и уже остановилась, после чего произошло столкновение, от которого велосипедист упал на проезжую часть и получил телесное повреждение. Следует отметить, что велосипедистам при пересечении проезжей части по регулируемому пешеходному переходу и нерегулируемому необходимо спешиться, то есть подъехать, сесть с велосипеда и перейти проезжую часть, пользуясь правами и обязанностями пешехода. Также хотелось бы обратить внимание, что это пятое дорожно-транспортное происшествие с начала года, в результате которых 4 человека получили ранения, 1 человек погиб.